Всем привет, друзья! Снова с вами Драйвер 51 Рус. Продолжим Вард Хунтер курс обучения. Воздушный бой, посадка. Воздушный бой, посадка. Продвинутый курс обучения. Давайте замылим. Ссылочка на игру, еще раз повторяю, на скачивание, на регистрацию будет под видео на канале. Даже приборы, ребята, смотрите, работают в этом салоне. Обалденно. Повторное нажатие на кнопку переключит вас на следующий вид. Выберите понравившийся. Вы можете использовать приближение, чтобы лучше видеть цель. Также нам часто необходимо видеть, что происходит вокруг. Для этого вы можете оглядеться по сторонам. О! Видим. Однако искомый объект не всегда бывает в пределах видимости. В таком случае попробуйте найти его на карте. Карта, ага, понял. Так, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас будем шпилить. Ох ты. Нам остать немножко. Все, сдулся шарик. Теперь приступим к боевой подготовке. Обратите внимание на радар. Сейчас вы видите на нем ваш самолет в центре, мой самолет и четыре аэростата. Тренировочные аэростаты будут сегодня выполнять роль ваших противников. Как и любой противник, они отмечены на радаре красным. Однако отмечаются на радаре только те враждебные цели, которые находятся в пределах вашей видимости. Что делаем, не знаю, сейчас мы что не перевернулись. Бочку запендюрили, ребята. Вы можете выбирать цель. Ух, жесть. Это да. Давайте еще раз засандалим бочку. И-хей! Оп! Вообще обалденно. Так, ладно, надо пометить точку, да? Во-первых, теперь отмеченная цель выделена и на радаре. Во-вторых, если вы отвернетесь, на выбранную цель будет показывать стрелка. Также появится указатель упреждения, если цель двигается. Огонь! В-третьих, теперь вы сможете использовать слежение за целью. А, вот оно что. Как только прицелитесь, жмите на гашетку. Дайте развернуться сначала. Там еще что-то есть.
Кстати, по-моему, этот самолет, ребята, еще садится на этот, на авианосец. Попора попали. Это аэростат, да? Не за того. Здрасте. Да, какие-то идут ребята, смотрите. Теперь внимательно следите за тем, как я сажаю самолет. Скоро вам предстоит завершить то же самое. Mm-hmm. Для начала следует выпустить шасси. И вслед за ними закрылки. Моя скорость начнет падать, но этого еще недостаточно. Я снижаю мощность двигателя до 30%. Опускать ее до нуля пока нет необходимости. Если я пойму, что по каким-либо причинам не смогу посадить самолет, у меня будет возможность зайти на второй круг. Чтобы посадка была мягкой, скорость самолета во время касания земли должна быть весьма незначительной. Сейчас мой самолет теряет скорость и снижается. Мне нужно выровнять самолет горизонтально, чтобы он приземлился на шасси, а не на нос. Я делаю это при помощи руля высоты. Как только самолет коснулся земли, я могу начать торможение. Я снижаю мощность двигателя до нуля, а затем продолжаю опускать ручку, чтобы включить тормоз. Колесо на самолете правое болтается. Теперь мой самолет остановится. Теперь ваша очередь заходить на посадку. Опа. Летите по отмеченному пути. Заход на посадку – это предпосадочное маневрирование около аэродрома. Оно служит для того, чтобы подготовить самолет к посадке и вывести его на правильную позицию. Пока что вам нужно снижать самолет, постепенно сбрасывая скорость. Понятно. Как бы тут не промахнуться с этими колечками. Спасибо.
Что сегодня тут маневры? Вот тут на посадку. Окей. Больно плавно садит самолет-то. Что там тогда уже на 30-ник? Мотор. Пора уже 30 надо их. Чтобы выровнять самолет. Сейчас он должен лететь в строго горизонтальном положении, снижаясь. Ваш самолет движется со слишком большой скоростью для посадки. Вы не успеете затормозить. Заходите на второй круг. В следующий раз будьте внимательнее. Кружочка тут можно было, блин, посадить. Ну чё? Превосходная посадка! Поздравляю, вы преодолели самый сложный этап пилотирования самолета. Страна может гордиться таким пилотом. Да ладно. Так что вот, ребята, скачивайте игру Warthunder. Ссылочка будет под видео на канале. Игра обалденная. Там сейчас еще немножко проверим, что там еще есть. И все, подписывайтесь на канал, группу. Всем удачки, пока. О, даже дали что-то. Смотрите, 5000 за что-то дали. На курс обучения. Все.